Доброе утро, с вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня чебуреки из кабачка, а также с творогом. Соответственно, вам понадобится кабачок. Его стоит почистить и натереть на крупной терке. Как только вы натрете кабачок, не забудьте из него удалить как можно больше влаги. Дальше к нему я добавляю натертый лук. Дальше продолжаю замешивать тесто. Вбиваю 2 яйца. Около 300 мл молока. Смешиваю эти ингредиенты. Добавьте соль и перец. Еще вам потребуется около 30 мл масла и 250 граммов муки. Итак, тесто готово. Теперь можно заняться начинкой. Для нее я порежу зелень. Сразу добавляю в творог. И к нему же добавляю натертый сыр. Теперь начинку солим, перчим, перемешиваем. И можно печь блинчики. Как только вы понимаете, что блинчик схватился, его можно перевернуть. Соответственно, его переворачиваем. Раскладываем на один край начинку и закрываем второй стороной. Добавляю немножко зелени, разогреваем чай и наслаждаемся приятным утром. Приятного аппетита!